Вы смотрите обзор товара «Зерновая приманка зерно ЦНУ 100 грамм». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Параметры: вес в упаковке – килограмм 0,1, высота в упаковке – сантиметров 5, длина в упаковке – сантиметров 1, ширина в упаковке – сантиметров 10, вес кг – 0,1, производитель Greenbelt, страна изготовления – Россия, условия эксплуатации, средства от грызуно, описание товара – для борьбы с домовыми мышами, серыми и черными крысами, серыми и рыжими полевками. Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления. Упаковка пакет 100 грамм. Способ применения: зерно ЦН помещают в емкости для раскладки отравленных приманок, на подложке, лотки по 20-50 грамм для мышей и полевок и по 50-100 грамм для крыс. Лучше всего приманку размещать в специальные емкости, контейнеры, так как повышается поедаемость и снижается возможность ее растаскивания грызунами. Емкости и подложки с приманкой размещают в местах обитания грызунов, поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. Расстояние между точками раскладки 2-15 метров в зависимости от захламленности помещения и численности грызунов. Место раскладки осматривают через 1-2 дня, а затем при снижении интенсивности поедания приманки, с интервалом 1 неделя. Приманки, которая частично или полностью съедена, добавляют новую. Загрязненную или испорченную приманку меняют на свежую. Емкости с нетронутой приманкой можно перенести в другое место. Работу проводят до исчезновения грызунов. По окончании работы остатки приманки и емкости из-под нее собирают для повторного использования, если они пригодны для этих целей, или для последующего уничтожения. Трупы грызунов собирают для уничтожения. Меры предосторожности и первой помощи при случайном отравлении: приманку применять в местах, недоступных для детей и домашних животных. Во время раскладки приманки не принимать пищу и не курить, желательно применение защитных перчаток. Павших грызунов, упаковку, емкости с остатками приманки сжечь или закопать на глубину 0,5 метров вдали от водоемов. После любых работ со средством тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании средства в желудок пострадавшему следует дать выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту механическим раздражением задней стенки глотки. Затем дать активированный уголь, 10-12 таблеток, с несколькими стаканами воды. После оказания первой помощи срочно обратиться к врачу. До прихода врача исключить всякий прием пищи. При попадании средства на кожу пораженные участки тщательно промыть теплой водой с мылом. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть водой или 2% раствором питьевой соды. Антидот, викосол или фитаминодион применяются под медицинским наблюдением. Хранение в бытовых условиях: хранят при температуре от минус 20 до плюс 40 ас, в сухом и темном месте в плотно закрытой таре отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей и домашних животных. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.